Праздничный концерт состоялся на городском стадионе. Жители Новочебоксарска поздравили глава республики и руководителя муниципалитета. Михаил Игнатьев вручил награды горожанам. Благодарности и часов с национальной символикой удостоились строители, работники заводов и предприниматели. Почетным жителем Новочебоксарска в этом году стал участник Великой Отечественной войны Иван Торин. Он внес огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Несмотря на возраст, ветеран старается регулярно встречаться со школьниками. На сцене подвели и некоторые итоги развития города-спутника. За последние годы, отмечают местные власти, удалось реализовать масштабные инвестиционные проекты, благоустроить дворы, провести капитальный ремонт домов. В Новочебоксарске реализуется программа капитального ремонта дорог. В ближайшее время подрядчики сдадут участок по улице Винокурова. Я думаю, что еще неделю они будут заниматься. И далее, я считаю, вот Дорстрой, ребята, надежные. Технологии у них очень хорошие. В этот раз будут применены полимерные добавки. Я думаю, что вот этот участок у нас по Винокурова будет нормально. Далее, Ельниковский проезд мы уже сделали. Семенова прошли ямочным ремонтом, достаточно так хорошо. Еще дополнительно кое-где там поработали пневмонабрызгом. А вот ту крошку, которую мы снимали, Дорстрой снимал по Винокурову, мы ее пустили по Восточной. И прошли практически до Вальдеева. Главная еще хорошая такая тема, которую я еще не смог реализовать в 2012 и 2013 году, это мы должны завести канализацию и питьевую воду в Ельниковскую рощу. Почему? Потому что это все-таки даст определенный импульс для развития именно той досуговой площади. Потому что без воды это все как-то не очень здорово.